С вами ТВ Фокус. Мы видим крестный ход УПЦ МП. Мы находимся возле Верховной Рады. Огромное количество людей. Куда они идут, пока непонятно, но их очень много. Наверное, это связано с праздником Архангела Михаила. С вами ТВ Фокус. Мы видим крестный ход УПЦ МП. Видим, что крестный ход замедлился. Народ идет и идет. Видим, колонна остановилась. Ёлки-палки. Кадила машет и говорит: ёлки-палки. Видишь, дай пахнуть.
суетливые такие миряне собрались. Церемония. Народ нищий. Видно, бедно одеты. С вами ТВ Фокус. Мы находимся у Мариинского дворца. Тут проходит крестный ход у ПЦМП. Интересный вот этот парень с мужиком стоит, прячется от камеры, подозрительный. Но мы его уже засняли, он нам уже не интересен. Вот видим, бегун бежит. Огромная колонна. Напоминаем с вами ТВ Фокус, канал без цензуры, без каких-либо изощрений стричь информацию от кого-либо. Вот видим, идет вот этот мужичок, он вечно руководит такими действиями. Вот и прошел этот крестный ход. Отстающие пытаются догнать. Вон они там остановились. На этом мы оканчиваем этот репортаж.